Задачи, которые решают азовские таможенные работники, масштабные, специфичные. Товары, декларируемые на посту, прибывают автомобильными и железнодорожными видами транспорта. Оформляется самая разнообразная номенклатура. Крупнопромышленное и сельскохозяйственное оборудование, продукция химической промышленности, сырье для производства текстильно-пищевой продукции, а также разнообразные товары для детей. Азовский таможенный пост оснащен всеми необходимыми техническими средствами таможенного контроля. Пост является таможенным постом фактического контроля, который может по системе управления рисками осуществлять и таможенный контроль. Также таможенный пост наделен компетенцией по оформлению декларации на товары, следующей по лицензиям Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, находящейся в нашем регионе деятельности. Управление таможенного контроля оснащено всем необходимым оборудованием для тщательного исследования прибывающего груза. Инспекторы досконально проверяют весь товар на наличие запрещенных позиций и радиации, используя различные информационные и современные технологии. С начала 2023 года Азовским таможенным постом возбуждено 90 дел об административных правонарушениях. Статьи абсолютно различные, согласно КОАПа, такие как и незаконная перевозка товаров, несоблюдение запретов ограничений, нарушение срока таможенного транзита. Для ускорения прохождения таможенного контроля без потери его качества таможенная служба постоянно развивается и совершенствуется. Система «Янтарь» помогает мгновенно определять наличие доли ионизирующего излучения. Если она будет повышенная, у нас работает система, и которая покажет, что он повышенный, и инспектор, должностное лицо поста, пойдет уже с приборами ТСТК, технические средства таможенного контроля, для проведения совершения операции в рамках системы управления рисками. Если будет уже повышенный фон, более 1 микрозиверта, тогда будет применяться таможенный досмотр и будет конкретно это все проверяться. С начала года возбуждено более 1500 административных дел, большая часть из которых связана с непредоставлением или своевременным предоставлением статистических форм отчета. Чаще всего выявляются факты незадекларированных запчастей и топлива, а также алкоголь и сигареты. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.